I call on General Rudenko for the Soviet Union. Я приступаю к своей вступительной речи, завершающей первые выступления главных обвинителей на данном процессе с полным сознанием его величайшего исторического значения. Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия. Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством, и самое государство, сделавшие орудием своих чудовищных преступлений. Впервые, наконец, в лице подсудимых мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, ими созданные, человеконенавистнические теории и идеи, ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечества. 9 месяцев тому назад под сокрушительными ударами объединенных вооруженных сил англо-советской американской коалиции пала гитлеровская Германия, терзавшая в течение ряда лет кровавой войны свободолюбивые народы Европы. 8 мая 1945 года гитлеровская Германия вынуждена была сложить оружие, потерпев беспримерное военное и политическое поражение. Гитлеризм навязал миру войну, которая принесла свободолюбивым народам неисчислимые бедствия и безмерные страдания. Миллионы людей пали жертвами войны, которую зажгли гитлеровские разбойники, возмечтавшие о покорении свободных народов демократических стран и установлении гитлеровской тирании в Европе и во всем мире. Пришел день, когда народы мира требуют справедливого возмездия и суровой кары для гитлеровских палачей, требуют сурового наказания преступников. Все злодеяния гитлеровских главных военных преступников, всех вместе и каждого в отдельности, будут взвешены вами, господа судьи, со всей тщательностью и вниманием, как это требует закон, устав Международного военного трибунала, правосудие и наша совесть. Мы обвиняем подсудимых в организации, подстрекательстве, непосредственном исполнении ими самими и их агентами преступного заговорщического плана. На службу
выполнению этого плана был поставлен весь механизм гитлеровского государства со всеми его учреждениями и институтами, армией, полицией, так называемыми общественными учреждениями, подробно перечисленными в обвинительном заключении, а именно в приложении Б. Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных событий и фактов, лежащих в основе предъявленных подсудимым обвинений, я считаю необходимым остановиться на некоторых общих правовых вопросах, связанных с настоящим процессом. Это необходимо потому, что настоящий процесс является первым в истории процессом, в котором правосудие осуществляется органом международной юстиции, Международным военным трибуналом. Это необходимо также и потому, что в заявлениях письменных и устных, обращенных к трибуналу, вопросам права уделялось специальное внимание. Первой и наиболее общей правовой проблемой, заслуживающей, по моему мнению, внимания трибунала, является проблема законности. Великие демократии, создавшие настоящий трибунал, и все демократии мира, в отличие от системы фашистской тирании и фашистского произвола, существуют и действуют на твердой основе закона. Но природа законов и понятие закона не могут быть тождественными в национальном и интернациональном смысле. Закон, лекс, в смысле национального права, это облеченный в надлежащую форму акт законодательной власти государства. В сфере международной положение иное. В сфере международной не существовало и не существует законодательных инстанций, компетентных издавать нормы, обязательные для отдельных государств. Правовой режим международных отношений, в том числе и тех отношений, которые находят свое выражение в координированной борьбе с преступностью, покоится на иных правовых основаниях. В сфере международной основным источником права и единственным законообразующим актом является договор, соглашение государств. Поэтому в той же мере, как в сфере национальной, принятой законодательными палатами, и надлежаще опубликованный закон, есть безусловное и достаточное легальное основание деятельности органов национальной юстиции, так в сфере интернациональной заключенный между государствами договор есть безусловное и достаточное законное основание для осуществления и деятельности созданных этими государствами органов интернациональной юстиции. Заключенным в Лондоне 8 августа 1945 года
соглашением четырех государств, действовавших в интересах всех свободолюбивых народов, создан международный военный трибунал для суда и наказания главных военных преступников. Составляющий нераздельную часть этого соглашения устав международного военного трибунала является поэтому безусловным и достаточным законом, определяющим основания и порядок суда и наказания главных военных преступников. Внушенные страхом ответственности или в лучшем случае непониманием правовой природы интернациональной юстиции, ссылки на принцип «Nullum crimen sine lege» или принцип «закон обратной силы не имеет» лишены всякого значения вследствие этого основного и решающего факта. Устав трибунала существует и действует, и все его предписания имеют безусловную и обязательную силу. На основании статьи 6 Устава Международного военного трибунала подсудимым предъявлено обвинение в преступлениях против мира, преступлениях против законов и обычаев войны и в преступлениях против человечности. С глубоким удовлетворением следует констатировать, что, объявляя эти действия преступными, устав трибунала облег в правовые нормы те международные принципы и идеи, которые в течение многих лет выдвигались в защиту законности и справедливости в сфере международных отношений. Прежде всего, о преступной агрессии. В течение ряда десятилетий заинтересованные в укреплении мира народы выдвигали и поддерживали идею, что агрессия является тягчайшим посягательством на мирные отношения народов, тягчайшим международным преступлением. Эти чаяния и требования народов нашли свое выражение в ряде актов и документов, официально признаваемых агрессию международным преступлением. 27 августа 1900 года в Париже был заключен пакт Бриана-Келлога. Убежденные провозглашают факт, что наступил момент приступить к откровенному отказу от войны как орудия национальной политики, уверенные, что всякие изменения в их взаимных отношениях должны изыскиваться в мирных средствах. Высокие договаривающиеся стороны торжественно заявляют от имени своих народов, что они осуждают обращение к войне для урегулирования международных споров и отказываются от таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики. В 1929 году, через год после заключения Парижского пакта, на Бухарестском конгрессе Международной ассоциации
уголовного права была принята резолюция, прямо поставившая вопрос об уголовной ответственности за агрессию. Учитывая, что война поставлена вне закона Парижским пактом 1928 года, признавая необходимым обеспечить интернациональный порядок и гармонию путем применения эффективных санкций, Конгресс признал необходимым организацию интернациональной уголовной юрисдикции и установление уголовной ответственности государств и физических лиц за агрессию. Таким образом, давно провозглашен принцип уголовной ответственности за преступную агрессию, принцип, который нашел четкое правовое воплощение в пункте А статьи 6 Устава Международного военного трибунала. Следовательно, фашистские агрессоры, подсудимые, знали, что совершая хищнические нападения на другие государства, они совершают тягчайшие преступления против мира, знали и знают, и поэтому пытались и пытаются маскировать преступную агрессию лживыми словами об обороне. Равным образом неоднократно и авторитетно было провозглашено, что нарушение законов и обычаев войны, установленных международными конвенциями, должны влечь за собой уголовную ответственность. В этом отношении прежде всего необходимо отметить, что тягчайшие злодеяния против законов и обычаев войны, совершенные гитлеровцами, убийства, насилие, поджоги и грабежи, являются уголовно наказуемыми деяниями по всем кодексам мира. Но более того, и в международных конвенциях, заключенных со специальной целью установления законов и правил ведения войны, указана уголовная ответственность за нарушение этих законов и правил. Так, статья 56 Гаагской конвенции 1907 года устанавливает: собственность общин, учреждений церковных, благотворительных, образовательных, художественных и научных, хотя бы и принадлежащих государству, приравнивается к частной собственности. Всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение подобных учреждений, исторических памятников, произведений художественных и научных воспрещаются и должны подлежать преследованию. Таким образом, Гаагская конвенция не только воспрещает нарушение правил ведения войны, она, кроме того, устанавливает, что эти нарушения должны подлежать преследованию, то есть должны влечь за собой уголовную ответственность. Еще с большей определенностью статья 29 Женевской конвенции 1929 года устанавливает: правительства высоких договаривающихся сторон примут
или предложат на утверждение своих законодательных учреждений в случае недостаточности их уголовных законов необходимые меры для преследования во время войны всякого действия, противоречащего постановлениям настоящей конвенции. Наконец, принцип уголовной ответственности за нарушение законов и обычаев войны с полной четкостью выражен в статье 3 постановлений Вашингтонской конференции по ограничению вооружений и тихоокеанским и дальневосточным вопросам. Договаривающиеся державы, желая обеспечить выполнение изданных законов, заявляют, что любое лицо, находящееся на службе любой державы, которое нарушило бы одно из этих правил, притом независимо от того, находится ли оно в подчинении у правительственного должностного лица или нет, будет рассматриваться как нарушитель законов войны и будет подлежать суду гражданских или военных властей. Следовательно, согласно прямым указаниям Гаагской и Женевской конвенции, согласно постановлению Вашингтонской конференции, уголовная ответственность за нарушение законов и обычаев войны является не только возможной, но и обязательной. Таким образом, пункт Б статьи 6 Устава Международного военного трибунала, предусматривающий военные преступления, уточнил и обобщил принципы и нормы, содержащиеся в ранее заключенных международных конвенциях. Подсудимые знали, что циничное глумление над законами и обычаями войны является тягчайшим преступлением. Знали, но надеялись, что тотальная война, обеспечив победу, принесет безнаказанность. Победа не пришла по стопам злодеяний. Пришла полная безоговорочная капитуляция Германии. Пришел час сурового ответа за все совершенные злодеяния. Я от имени Советского Союза и мои уважаемые коллеги, главные обвинители от Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, мы обвиняем подсудимых в том, что они по преступному заговору правили всей германской, гражданской и военной машиной, превратив государственный аппарат Германии в аппарат по подготовке и проведению преступной агрессии, в аппарат по истреблению миллионов невинных людей. Когда несколько преступников договаривается совершать убийство, каждый из них выступает в своей роли. Один разрабатывает план убийства, другой ждет в машине, а третий непосредственно стреляет в жертву. Но каковы бы ни были роли соучастников, все они убийцы. И любой суд любой страны отвергнет попытки утверждать, что двое первых не убийцы, так как они сами в жертву не стреляли. Чем сложнее и опаснее
задуманное преступление, тем сложнее и тоньше нити, связывающие отдельных соучастников. Когда банда разбойников совершает нападение, то несут ответственность за эти налеты и те члены банды, которые в нападениях участия не принимали. Когда же банда достигает исключительных масштабов, когда банда оказывается в центре государственного аппарата, когда банда совершает многочисленные и тягчайшие международные преступления, то, конечно, связи и взаимоотношения участников банды осложняются в величайшей мере. Здесь начинает действовать очень разветвленный аппарат, слагающийся из целой системы звеньев и блоков, целенлейтеров, блоклейтеров, гаулейтеров, рехслейтеров и других, тянущихся от министерских кресел к рукам палачей. Это аппарат плотный и мощный, но все же бессильный скрыть основной и решающий факт. В центре всей системы банда заговорщиков, приводящих в движение весь этот ими созданный механизм. Когда цветущие области превращались в зоны пустыни и кровью казненных пропитывалась земля, то это было дело их рук, их организации, их подстрекательства, их руководства. И от того, что в эти злодеяния были вовлечены массы немцев, что прежде, чем натравливать своры собак и палачей на миллионы невинных, подсудимые годами отравляли совесть и разум целого поколения немцев, воспитывая в них чванство избранных, мораль людоедов и алчность грабителей, стало ли вина гитлеровских заговорщиков слабее или меньше? Выражая волю народов, устав Международного военного трибунала решает этот вопрос. Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана или заговора, направленного к совершению любых из преступлений против мира, против законов и обычаев войны или против человечности, несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами и осуществление такого плана. Статья 6 Устава. Идеологическая подготовка агрессивных войск. В интересах успешного выполнения своих преступных планов гитлеровские заговорщики Геринг, Гесс, Розенберг, Фриче, Ширак и другие подсудимые разработали человеконенавистническую теорию высшей расы. Они рассчитывали при помощи этой так называемой теории оправдать домогательство немецкого фашизма на господство над другими народами, объявленными этой теорией народами низшей расы.
Из этой теории вытекало, что немцам вследствие их принадлежности якобы к высшей расе присвоено право строить свое благополучие на костях других рас и народов. Эта теория объявила немецко-фашистских узурпаторов не связанными ни законами, ни общепризнанными правилами человеческой морали. Расе господ все дозволено. Все действия этих господ, сколь бы отвратительны и бесстыдны, жестоки и чудовищны они ни были, обосновывались идеей превосходства этой расы. «Мы хотим, — говорил Гитлер, — произвести отбор слоя новых господ, чуждого морали жалости, слоя, который будет сознавать, что он имеет право на основе своей лучшей расы господствовать, слоя, который сумеет установить и сохранить без колебаний свое господство над широкой массой». Эта немецко-фашистско-расовая теория должна была вместе с тем служить научным обоснованием подготовки гитлеровцами нападения на демократические страны, оправданием агрессивных войн, которым гитлеровцы лихорадочно готовились в течение всего времени своего господства в Германии. Служебная роль расизма, таким образом, состояла в том, чтобы оправдать заговор с целью осуществления хищнических устремлений германских империалистических клик. Распоряжениями немецко-фашистских властей расовое учение введено было в учебные планы как важнейший и обязательный предмет. Школы и университеты были в руках немецкого фашизма опаснейшими для цивилизации центрами умственного и морального уродования людей. Все науки были военизированы. Все виды искусства подчинены целям агрессии. Мы идем к науке, свободные от бремени знания и научного образования, говорилось в фашистском журнале «Politische Wissenschaft» номер 3 за 1934 год. Студент должен приходить в высшую школу с требованием, чтобы наука была такой же солдатской, как его собственная выправка, а профессор обладал качествами вождя и солдатской выправкой. «Мы снова хотим оружия», — говорил Гитлер. «Поэтому все, начиная от букваря ребенка и до последней газеты, каждый театр и каждое кино, каждый стол для плакатов и каждая свободная доска для объявлений должны быть поставлены на службу этой единственной большой миссии». География служила орудием пропаганды преимущественного значения в мире немцев, их право на господство над другими народами. Молодежи внушали чувство расового превосходства, высокомерия, человеконенавистничества, презрения и жестокости по отношению к другим народам. В немецкой фашистской песне пелось:
Если весь мир будет лежать в развалинах, к черту нам это наплевать. Мы все равно будем маршировать дальше, потому что сегодня нам принадлежит Германия, завтра весь мир. Германско-фашистская идеология разнуздала самые дикие и низменные инстинкты. Фашисты возвели в принцип произвол, насилие, надругательство над людьми. Они объявили опасными для расы господ идеи свободы, идеи просвещения и требования гуманности. Я, говорил Гитлер, освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью, и от требований свободы и личной независимости, которыми могут пользоваться лишь немногие. В духе таких принципов была построена вся фашистская система воспитания немцев, приспособленная к тому, чтобы подготовить их к беспрекословному выполнению разбойничьих планов и целей, поставленных гитлеровскими правителями перед Германией. Угар шовинизма и человеконенавистничества систематически отравлял сознание немцев в результате фашистской пропаганды и всей системы мероприятий, культивировавшихся гитлеровским государством. Завоевательные планы германского фашизма с каждым годом пребывания гитлеровцев у власти все более и более зрели, пока не привели к войне. Эта война была задумана, спланирована и начата гитлеровской Германией и ее сателлитами, как молниеносная война, блицкриг, которая по замыслу заговорщиков должна была принести шайке гитлеровских головорезов быструю и легкую победу и господство над всеми странами Европы. Целью преступного заговора являлось установление разбойничьего нового порядка в Европе. Этот новый порядок представлял собой террористический режим, при помощи которого в захваченных гитлеровцами странах были уничтожены все демократические учреждения и гражданские права населения, а самые эти страны хищнически эксплуатировались и подвергались разграблению. Население этих стран, и в первую очередь славянских стран, особенно русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, сербы, словены, евреи подвергались беспощадным преследованиям и массовому физическому уничтожению. Осуществить эти планы заговорщикам не удалось. Мужественная борьба народов демократических стран во главе с коалицией трех великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании привела к освобождению европейских стран от гитлеровского гнета.
победа советских армий и армий союзников разрушили преступные планы фашистских заговорщиков и освободили народы Европы от страшной угрозы господства гитлеризма. Мы, обвинители, по закону и по долгу перед народами демократических стран и всем человечеством обязаны сформулировать и представить суду Международного военного трибунала доказательства, изобличающие обвиняемых в совершении тягчайших преступлений. Позвольте и мне, наряду с моими коллегами, выполнить свой долг, представив Международному военному трибуналу доказательства, которые вместе с материалами, представленными обвинителями от Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, дадут полную и исчерпывающую сумму доказательств по этому делу. Организация и осуществление агрессии в отношении Чехословакии, Польши и Югославии. Подсудимые Геринг, Гесс, Риббентроп, Кейтель, Редер, Розенберг, Кальтербрунер, Франк, Фрик, Дениц, Фриче и другие подсудимые обвиняются в организации заговора, имевшие целью насильственное установление господства германского империализма и насаждение фашистского режима во всех странах Европы, а затем и во всем мире. В этом плане центральное место занимала организация агрессивных войн и насильственная перекройка карты всего мира. Во исполнение этого захватнического плана преступное гитлеровское правительство и германский генеральный штаб подготовили и осуществили захват Австрии, Чехословакии, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, Польши, Греции, Югославии. Они подготовили и совершили разбойничий поход против Советского Союза. Мои коллеги, обвинители от Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции, уже представили суду весьма веские и неопровержимые доказательства, устанавливающие факты германской агрессии против их стран, а также против Бельгии, Голландии, Греции и ряда других государств, ставших жертвой гитлеровского разбойничьего империализма. Позвольте и мне, господа судьи, представить доказательства чудовищных преступлений, подсудимых по подготовке и развязыванию агрессивных войн против свободолюбивых народов. Приобщенном к делу документе, известном уже под названием «Директивы Грюм», содержится план нападения на Чехословацкую республику. Эта директива, подписанная Гитлером, была разослана при сопроводительной записке за подписью Кейтеля. Директива начинается с политических предпосылок, в которых сказано буквально следующее. Моим непоколебимым решением является то, что Чехословакия в ближайшем будущем должна быть разбита в результате одного военного акта. Выжидать или вести к подходящему политическому и военному моменту – это дело политического руководства. Неизбежное развитие условий внутри самой Чехословакии или другие политические события в Европе, которые, возможно, больше никогда не создадут такой ситуации,
могут меня заставить выступить раньше намеченного срока. Правильный выбор и решительное использование благоприятного момента является наиболее надежной гарантией достижения успеха. Соответственно этому нужно немедленно провести все приготовления. Переходя далее к изложению политических возможностей и предпосылок для захвата и нападения, Гитлер цинично раскрывает эти предпосылки. А подходящий военный повод и в связи с этим удовлетворительное политическое оправдание, неожиданное для противника действие, которое его застанет по возможности врасплох. По мысли Гитлера, самым благоприятным в военном и политическом отношении моментом является молниеносный, замаскированный Германией удар на почве какого-нибудь инцидента, который морально мог бы оправдать военные мероприятия в глазах хотя бы части мировой общественности. Директива предусматривала конкретную подготовку нападения на Чехословакию с использованием разных родов войск. Таким образом, директива Грюн, датированная еще маем 1938 года, совершенно ясно и конкретно говорит о тщательно продуманной подготовке захвата Чехословакии. Советским обвинением будут предъявлены документы из архива Министерства иностранных дел Германии, показывающие преступные методы подготовки гитлеровцами захвата Чехословакии. Вам, господа судьи, как и всему миру, хорошо известно, с какой методичностью и жестокостью был осуществлен гитлеровским разбойничьим империализмом этот преступный замысел. Установив в оккупированной Чехословакии невыносимый режим террора, гитлеровцы угнали в немецкое рабство многие тысячи чехословацких граждан, не щадя даже детей, которые посылались на заводы, фермы и рудники. Чехословацкая молодежь была лишена возможности получать образование. Когда в 1942 году к Франку обратилась чешская делегация с просьбой разрешить открыть чехословацкие высшие учебные заведения, он цинично ответил: «Если война будет выиграна Англией, то вы откроете свои школы сами. Если победит Германия, то начальные пятиклассные школы будут для вас достаточны». У всех в памяти кровавые расправы гитлеровских палачей с чехословацким населением. Один из многочисленных фактов чудовищной расправы с мирным населением был опубликован в немецкой газете Der Neue Tag от 11 июня 1942 года. Во время розыска убийцы обергруппенфюрера СС неоспоримо доказано, что население деревни Лидице вблизи Кладна помогало и содействовало виновникам преступления. Это доказано, несмотря на то, что население отрицает свое содействие. Отношение населения к такому преступлению доказывается и другими враждебными действиями по отношению к Рейху. Например, были обнаружены нелегальная литература, склады оружия и боеприпасов, а также наличие радиопередатчика,
и незаконное хранение большого количества нормированных товаров. Все мужчины деревни были расстреляны, женщины сосланы в концлагеря, а дети отосланы в надлежащие места для воспитания. Все строения этой деревни были сравнены с землей, а название деревни уничтожено. Обвинение располагает официальными материалами чехословацкого правительства о вопиющих преступлениях, совершенных гитлеровскими захватчиками на территории Чехословакии. В докладе чехословацкого правительства, посвященном значительной своей части описанию оккупационного режима гитлеровцев в Чехословакии, приводятся многочисленные факты террора, расстрел заложников, массовые ссылки в концлагере, убийства женщин и детей. Такова была директива Грюн в действии. Сентября 1939 года фашистские агрессоры, вероломно нарушив ранее заключенные договоры, вторглись на территорию Польши. Польский народ подвергся массовому истреблению, а города и села безжалостно разрушались. В распоряжении суда имеются представленные моими коллегами официальные документы, разоблачающие это нападение. К числу таких документов относится прежде всего совершенно секретное сообщение о совещании у Гитлера, имевшее место 23 мая 1939 года, на котором помимо Гитлера и других лиц присутствовали подсудимые Геринг, Редер и Кейтель. На этом совещании Гитлер выступил с пространным заявлением относительно современного положения и целей политики. Гитлер сказал: «Поляк не является каким-то неожиданным врагом. Польша всегда будет на стороне наших противников. Речь идет не о Данциге. Речь идет для нас о жизненном пространстве на Востоке и обеспечении продовольственного снабжения, о разрешении Балтийской проблемы. Таким образом, сказал Гитлер, отпадает вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, и остается решение напасть на Польшу при первой возможности. Нельзя рассчитывать на повторение чешской операции. Это будет война. Гитлер далее говорит: основное — конфликт с Польшей, начинающий с нападения на Польшу, будет иметь успех только в том случае, если Запад останется вне игры. Если это невозможно, то лучше напасть на западные державы и при этом также прикончить Польшу. Во второй части своего доклада на этом совещании Гитлер подробно остановился на целом ряде военно-стратегических вопросов, связанных с его решением напасть на Польшу. Так заранее подготовлялось разбойничье нападение гитлеровской Германии на Польшу, которое и было осуществлено в сентябре 1939 года. Нам и будут представлены документальные доказательства чудовищных преступлений, совершенных гитлеровцами в Польше. К числу других славянских стран, подвергшихся внезапному нападению со стороны гитлеровской Германии, относится Югославия. Известно, что гитлеровское правительство неоднократно давало лживые заверения о том, что Германия не имеет агрессивных планов в отношении Югославии. Так,
28 апреля 1939 года Гитлер в своей речи в Рейхстаге заявил, что Германия готова дать заверение ряду государств и в частности Югославии в том, что она сохранит полное взаимопонимание, так как она с этими государствами состоит в союзных отношениях и связана тесными узами дружбы. Еще раньше, 28 апреля 1938 года, Берлинское агентство объявило, доверенные лица сообщили югославскому правительству от имени Германии, что намерение последней не распространяется дальше Австрии и что югославская граница останется неприкосновенной. Несмотря на эти неоднократные и категорические заявления, гитлеровская армия 6 апреля 1941 года вторглась в Югославию и оккупировала эту страну. Это нападение явилось внезапным только для потерпевшей страны, ибо фашистская клика заранее, как и в приведенных выше случаях, тщательно разработала план нападения. В совершенно секретной директиве Ставки фюрера от 27 марта 1941 года, предназначенной только для высшего командного состава германской армии, сказано: мое намерение заключается в том, чтобы концентрированными ударами вторгнуться в Югославию из района Фиуме-Грац и Софии с общим направлением на Белград и южнее, как с целью нанесения решающего поражения югославским войскам, так и с тем, чтобы отрезать южную часть Югославии от всей страны и превратить ее в плацдарм для продолжения германо-итальянских операций против Греции путем обещания возвращения Македонии и Банатов, принимаются меры привлечь к операции Болгарию и Венгрию. Внутриполитический кризис в Югославии будет обострен политическими гарантиями в отношении Хорватии. Далее, эта директива подробно устанавливает стратегический план вторжения в Югославию и предусматривает конкретное участие в этой агрессии вооруженных сил германской армии, в том числе 10-го авиакорпуса, который должен был быть переведен для этих операций с территории Италии. Таким образом, на основании подлинных документов гитлеровского правительства и верховного командования германской армии, мы можем установить, что во всех случаях нападения гитлеровской Германии на славянские государства она действовала на основе заблаговременно разработанного плана, который являлся частью общего преступного заговора германского разбойничьего империализма против свободолюбивых народов. Югославия, так же как и Польша, сделалась жертвой немецко-фашистских хищников, покрывших эту цветущую страну руинами и устлавших поля, сады и пашни трупами многих тысяч югославских патриотов, павших в героической борьбе против иноземных захватчиков и поработителей, в борьбе за свободу и независимость своей родины. That'd be a convenient time to break off for 10 minutes. Are you
Господа судьи, я перехожу к изложению преступлений, совершенных гитлеровскими агрессорами против моей страны, против Союза Советских Социалистических Республик. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия переломно напала на СССР. Однако не эту дату следует рассматривать как начало осуществления агрессивного плана гитлеровской Германии против Советского Союза. То, что произошло 22 июня 1941 года, задумывалось, подготовлялось и планировалось задолго до этого. Эту подготовку гитлеровские заговорщики вели непрерывно. Все агрессивные действия Германии в отношении ряда европейских государств, осуществленные в период с 1938 по 1941 год, в сущности являлись как бы подготовительными для главного удара на восток. Фашистская Германия задалась преступной целью овладения территорией Советского Союза для ограбления и эксплуатации народов СССР. Для подтверждения этого нет нужды ссылаться на книгу Гитлера «Майн кампф» и другие книги и статьи гитлеровских главарей, в которых, как известно, содержалась прямая угроза против СССР и указание на то, что агрессия германского империализма должна идти на восток в целях завоевания так называемого жизненного пространства. Это стремление германского разбойничьего империализма выражено в известной формуле «Драхнах Остен». Я обращаюсь за доказательства к официальным документам гитлеровского правительства, которые полностью изобличают подсудимых в совершении преступных действий, инкриминируемых им обвинительным заключением по настоящему делу. Позвольте мне прежде всего сослаться на документ под названием «Сообщение о совещании 23 мая 1939 года». Как видно из этого документа, совещание это имело место в кабинете Гитлера в новой имперской канцелярии, и запись его производил подполковник генштаба Шмун. На совещании присутствовали Гитлер, Геринг, Редер, Браухич, Кейтер, генерал-полковник Мильх, генерал артиллерии Гальдер и другие представители высшего германского командования. В записи сказано, что темой совещания явился инструктаж относительно современного положения и целей политики. В своем выступлении на этом совещании Гитлер неоднократно затрагивал вопрос о захвате территории на востоке. Он сказал: «Если судьба нас толкнет на конфликт с Западом, то будет хорошо, если мы к этому времени будем владеть более обширным пространством на востоке». И далее. Речь идет для нас о расширении жизненного пространства на востоке и обеспечении продовольственного снабжения, о разрешении Балтийской проблемы. В продовольственном снабжении можно рассчитывать только на малонаселенные районы. Наряду с плодородием почвы
на многократном увеличении продовольственной продукции скажется основательное ведение хозяйства немцев. В другом документе, известном под названием «Протокольная запись совещания фюрера с главнокомандующими 23 ноября 1939 года», Гитлер подчеркнул необходимость разрешить проблему борьбы за нефть, резину и полезные ископаемые. И в этом выступлении Гитлер сформулировал основные задачи следующим образом. Приспособить жизненное пространство к численности народонаселения. Это вечная проблема создать необходимые соотношения между численностью немцев и территорией, обеспечить нужное пространство. Никакая умничающая скромность здесь не поможет. Решать надо только с помощью меча. На этом совещании Гитлер со всей откровенностью раскрыл свои планы устремления на восток. Похваляясь своими успехами по захвату Моравии, Богемии, Польши, он уже не скрывал своих намерений дальнейшей агрессии на восток. «В основном я не для того возродил вооруженные силы, — говорил Гитлер, — чтобы они бездействовали. Решение действовать всегда жило во мне. Раньше или позже, но я хотел разрешить эту проблему». При этом гитлеровское правительство ни в какой мере не останавливал договор о ненападении от 23 августа 1939 года, который был заключен между Германией и СССР. Впрочем, теперь уже стало общеизвестно, циничная фраза Гитлера о том, что договоры соблюдаются до тех пор, пока они целесообразны. В речи моего американского коллеги уже цитировалось выступление подсудимого Иодля на совещании имперских гаулейтеров в Мюнхене в ноябре 1943 года. В этой речи подсудимый Иодль сказал: «Еще в тот период времени, когда продолжалась кампания на Западе, Гитлер информировал меня о своих намерениях выступить против СССР». В свою очередь, подсудимый Редер показал на следствии, что мысль о походе против СССР давно зародилась в голове Гитлера, но она укреплялась все более и более по мере того, как уменьшалась вероятность высадки десанта в Англии в июне 1940 года. По показаниям подсудимого Кейтеля, Гитлер собирался напасть на СССР в конце 1940 года. Уже раньше, весной 1940 года, был разработан план нападения на СССР. Совещания по этому вопросу проводились все лето. В июле 1940 года в Рейхенхалле на военном совещании обсуждался план нападения на СССР. Это подтверждается и показаниями подсудимого Иодля, который на допросе показал, что планы нападения на СССР конкретно были разработаны в ноябре и декабре 1940 года. И в тот период времени им были даны первые директивы армии, морскому флоту и военно-воздушному флоту. Под этими директивами Иодль имеет в виду документ, известный под названием «Вариант Барбаросса». Этот документ подписан Гитлером, Иодлем и Кейтелем. Эта директива, предназначенная только для высших руководителей германской армии, содержит тщательно разработанную программу внезапного нападения на СССР. В ней сказано: немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую Россию.
Для этого армия должна будет представить все состоящие в ее распоряжении соединения с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей. Директива «Вариант Барбаросса» подчеркивает, что особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение произвести нападение. Далее в этой директиве указывается, что приказ о наступлении на Советскую Россию будет дан в случае необходимости за 8 недель до начала намеченной операции, и что приготовления, требующие более значительного времени, должны быть начаты, если они еще не начались, уже сейчас и доведены до конца к 15 мая 1941 года. И, наконец, в этой же директиве содержится подробный стратегический план нападения на СССР, в котором была уже предусмотрена конкретная форма участия Румынии и Финляндии в этой агрессии. В частности, в директиве прямо сказано: предполагаемые союзники и их задачи. Первое. На флангах нашей операции мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии в войне против Советской России. В директиве также указано, что можно рассчитывать на то, что не позднее, чем начнется операция, шведские железные дороги и шоссе будут представлены для продвижения немецкой северной группы. Таким образом, является бесспорным, что к тому времени гитлеровское правительство уже обеспечило согласие правительств Румынии и Финляндии на участие этих стран в нападении на СССР совместно с Германией. Последнее обстоятельство явствует не только из текста директивы «Вариант Барбаросса», но также и из других данных, имеющихся в нашем распоряжении. Например, в заявлении немецкого генерала от инфантерии Бушенгагена, который мы представим трибуналу, указывается: в конце декабря 1940 года, приблизительно 20 числа, являясь начальником штаба германских войск в Норвегии в чине полковника, я был приглашен на длившееся несколько дней совещание начальников штабов армии ВКХ, Верховное командование сухопутных сил, в Цоссен, вблизи Берлина, на котором начальник генштаба, генерал-полковник Гальдер, изложил план Барбаросса, предусматривающий нападение на Советский Союз. В тот же период в Цоссене находился начальник генштаба финской армии генерал Хейнкрис, который вел там переговоры с генерал-полковником Гальдером. Далее в заявлении Бушенгагена излагается, как он в феврале 1941 года выехал в Хельсинки, где совместно с представителями финской армии разрабатывал конкретный план нападения на СССР. 2 или 3 марта 1941 года по возвращении в Осло он составил и сдал для ОКВА материал о своей поездке. На основе этих материалов, заявляет Бушенгаген, был составлен оперативный план «Голубой писец», предусматривающий нападение на Мурманскую железную дорогу из района Куусамом, Рованиеми, Петсама. План операции в районе Киркинес-Петсамо был назван «Северный олень», по району Ровениемы – «Чернобурая лисица». Далее, как рассказывает Бушенгаген, он в конце апреля или в начале мая 1941 года вновь вылетел в Хельсинки, где в финском генштабе состоялись переговоры с генералами Хейнкрис, Айро и полковником Топола, во время которых
было установлено, что финский генштаб полностью готов принять участие в предстоящей войне с Советским Союзом. В своих собственноручных показаниях следственным властям Советского Союза, которые будут предъявлены трибуналу, маршал Ион Антонеску рассказывает о своих встречах с Гитлером в ноябре 1940 года, в январе 1941 года и в мае 1941 года, на которых обсуждались вопросы, связанные с подготовкой войны против Советского Союза. В первой беседе Антонеску с Гитлером, в которой участвовали Риббентроп и личный переводчик Гитлера Шмидт, обсуждались вопросы, имеющие прямое отношение к подготовляемой Германией агрессии против СССР и участие в этой агрессии Румынии. На поставленный советскими следственными органами вопрос Антонеску: можно ли рассматривать его первую беседу с Гитлером как начало его сговора с немцами в подготовке войны против Советского Союза, он сказал: я отвечаю утвердительно. Это обстоятельство Гитлер, безусловно, имел в виду при разработке планов нападения на Советский Союз. При второй встрече Антонеску с Гитлером, состоявшейся в январе 1941 года, в которой участвовали и подсудимые Риббентроп, Кейтель и Иод, Гитлер просил Антонеску пропустить через Румынию сосредоточенные на территории Венгрии германские войска для того, чтобы они смогли оказать помощь итальянцам в войне с Грецией. Антонеску показывает: я высказал опасение, что продвижение немецких войск через Румынию может послужить поводом военных действий со стороны Советского Союза. И тогда Румыния попадет в тяжелое положение, так как румынская армия не отмобилизована. На это Гитлер заявил, что он отдаст приказ оставить в Румынии часть немецких войск, предназначенных для участия в операциях против Греции. Гитлер подчеркнул также, что находящаяся в его распоряжении информация свидетельствует о том, что Советский Союз не намерен воевать против Германии или Румынии. Удовлетворившись этим заявлением Гитлера, я согласился пропустить немецкие войска по румынской территории. Присутствовавший на этом совещании генерал-полковник Йодль охарактеризовал мне стратегическое положение германской армии, подчеркнув при этом необходимость удара по Греции со стороны Болгарии. Говоря о третьей встрече с Гитлером, состоявшейся в мае 1941 года в Мюнхене, на которой присутствовал подсудимый Риббентроп, Антонеску заявил: на этой встрече мы уже окончательно договорились о совместном нападении на Советский Союз. Гитлер сообщил мне, что им принято решение о военном нападении на Советский Союз. Подготовив это нападение, говорил Гитлер, мы должны осуществить его неожиданно на всем протяжении границ Советского Союза от Черного до Балтийского морей. Неожиданность военного нападения, продолжал далее Гитлер, даст Германии и Румынии возможность в короткий срок ликвидировать одного из самых опасных наших противников. Исходя из своих военных планов, Гитлер предложил мне предоставить территории Румынии для сосредоточения германских войск и наряду с этим принять непосредственное участие в осуществлении военного нападения на Советский Союз. Вступая в заговор совместно с Германией и готовясь к нападению на Советский Союз, Румыния, в свою очередь, преследовала также агрессивные цели. Антонеску в тех же показаниях говорит об обещаниях Гитлера следующее. Гитлер подчеркнул, что Румыния не должна стоять вне этой войны,
так как для возвращения Бессарабии и Северной Буковины она не имеет иного пути, как только воевать на стороне Германии. При этом он сказал, что за нашу помощь в войне Румыния сможет оккупировать и администрировать и другие советские территории, вплоть до Днепра. Антонеску далее показал. Так как предложение Гитлера о совместном начале войны против СССР соответствовало моим агрессивным намерениям, я заявил о своем согласии принять участие в нападении на Советский Союз и обязался подготовить потребное количество румынских войск и одновременно увеличить поставки нефти и продуктов сельского хозяйства для нужд Германии. Возвратясь из Мюнхена в Бухарест, я начал деятельную подготовку к предстоящей войне. Эти факты подтверждают и документы из архива Антонеску, которые также будут представлены трибуналу. Я обращаю внимание суда на запись беседы, имевшей место между Антонеску и начальником протокольного отдела Германского министерства иностранных дел Дернбергом 10 февраля 1942 года. Беседа после встречи на границе. Я заявил, отмечает Антонеску, что Румыния вступила в союз оси не для исправления Версальского договора, а для того, чтобы бороться против славян. Из этой записи видно, что ненависть к славянским народам объединяла Гитлера и Антонеску в подготовке и осуществлении агрессии. Документы, которые будут представлены суду, со всей очевидностью покажут участие Венгрии в заговоре против мира и в подготовке агрессивной войны против Советского Союза. Венгрии отводилась определенная роль по нанесению удара в тыл Красной Армии через Карпаты в тот момент, когда немецкие и румынские войска должны были развернуть военные действия против Советского Союза. Так сколачивался преступный блок агрессоров во главе с фашистской Германией против свободолюбивых народов. Возвращаясь к так называемому варианту Барбаросса, я хочу остановиться на наиболее важных местах этого документа. Вариант Барбаросса состоит из трех частей. В первой части излагаются общие цели плана. Во второй части указываются союзники Германии в войне против Советского Союза. Третья часть посвящена проведению военных операций на суше, в воздухе и на море. Характерной особенностью документа является то, что он изготовлен ввиду особой секретности, лишь в 9 экземплярах, что полностью соответствует требованию сохранить в тайне подготовляющееся нападение Германии на Советский Союз. В первой части плана говорится, находящиеся в западной части России войсковые массы русской армии должны быть уничтожены. Следует воспрепятствовать отступлению боеспособных частей в просторы русской территории. Затем путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русская авиация не будет в состоянии совершать нападение на германские области. В документе говорится далее, что конечной целью этого плана является закрепиться на линии Архангельс-Волга, парализовать с помощью авиации последнюю промышленную область на Урале, лишить боеспособности Балтийский флот, предотвратить возможность действенного вмешательства русской авиации. В третьей части документа мы находим директиву захватить Ленинград и Кронштадт и продолжать наступательные операции по овладению важнейшим центром коммуникаций
и оборонной промышленности Москвой. Захват этого города, указывается в плане, означает как с политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех. Таков был план нападения на СССР, задолго до этого обдуманный, разработанный и подготовленный гитлеровской Германией. Подготовка военных преступлений. Наряду с проведением стратегических и дипломатических мероприятий по подготовке вероломного нападения на СССР, гитлеровское правительство заранее обдумало и запланировало совершение военных преступлений на территории СССР. Так называемый вариант «Барбаросса» был планом стратегическим. Но этот план дополнялся рядом инструкций и распоряжений, предназначенных охватить весь комплекс мероприятий, связанных с задачами вторжения в Советский Союз. К числу таких мероприятий следует в первую очередь отнести инструкцию, изданную 13 марта 1941 года главной квартирой германского главнокомандования. Эта инструкция касается ряда организационных задач гражданского характера и, в частности, задачи организации административной власти. Важно отметить, что этой инструкцией в Восточной Пруссии и в так называемом генерал-губернаторстве, то есть в Польше, предписывалось ввести в действие для немецких войск самые поздние за 4 недели до начала операции законы и распоряжения, предназначенные для районов военных действий. Этой инструкцией Верховное Главнокомандование германских вооруженных сил было уполномочено осуществлять исполнительную власть и передавать свои полномочия главнокомандующим армейскими группами и армиями. Нельзя не отметить также в этой инструкции пункта Б, характерного с точки зрения задач и целей, которые ставили перед собой заговорщики. В этом пункте говорилось, на театре военных действий рейхсфюрер СС получает по поручению фюрера специальные задачи по подготовке политического управления, которые вытекают из окончательной и решительной борьбы двух противоположных политических систем. В рамках этих задач рейхсфюрер СС действует самостоятельно на свою ответственность. Теперь человечество знает, что означали эти специальные задачи, осуществление которых целиком передавалось в руки эсэсовских генералов и офицеров, широко использовавших это право действовать самостоятельно и на свою ответственность. Это означало невиданный террор, грабежи, насилие и убийство военнопленных и мирных граждан. Наряду с этим инструкция весьма конкретно ставила перед командованием и такие задачи, как разграбление и хищническая эксплуатация оккупированных немецкими войсками район. Инструкция подписана подсудимым Кейтелем. В другой инструкции, изданной в дополнение к плану Барбаросса в июне 1941 года, под видом директив о пропаганде предписывается беспощадно расправляться со всеми теми, кто будет сопротивляться немецким захватчикам. Что касается, собственно, пропаганды, то указания по этой части, откровенно говоря, об обычных для гитлеровцев методах грязной клеветы, лжи и провокации, которыми должны были пользоваться так называемые роты пропаганды.
Нельзя, наконец, не отметить и еще одной инструкции, известной под названием «Распоряжение о применении военной подсудности в районе Барбаросса и об особых мероприятиях войск». Это распоряжение, санкционирующее произвол немецких властей и войск по отношению к гражданскому населению на территориях, захваченных немецкими вооруженными силами, начинается с требования к немецким войскам беспощадно ограждать себя от неприязненных действий со стороны гражданского населения. В правилах, предписывавших драконовские меры против мирных жителей и партизан, содержится указание о жестокой расправе с людьми, называемым в этом распоряжении заподозренными элементами. Я с разрешения трибунала оглашу лишь два пункта этих правил, пункты 4 и 5. Пункт 4. Там, где будет пропущено время для подобных мероприятий, или где они сразу были невозможны, заподозренные элементы должны быть немедленно доставлены офицерам. Последний решает, должны ли они быть расстреляны. Пятый пункт. Категорически воспрещается сохранять заподозренности для предания их суду после введения этих судов для местного населения. По этим так называемым правилам судьба и жизнь каждого задержанного непосредственно решалась офицером, причем воспрещалось, как цинично говорится в распоряжении, сохранять заподозренных для предания их суду. То есть прямо предписывалось физическое уничтожение заподозренных. В случаях же каких-либо нападений на немецкие вооруженные силы это распоряжение предписывало применять массовые насильственные меры, то есть производить поголовное истребление ни в чем не повинных людей. До какой степени доходил цинизм германского военного командования в применении кровавого террора, видно из того, что это распоряжение освобождало от всякой ответственности немецких солдат, офицеров и чиновников за совершенные ими преступления в отношении советского мирного населения. Немецким войсковым начальникам эти распоряжения предписывали утверждать только такие приговоры, которые соответствовали, как говорится в означенном документе, политическим намерениям руководства. Следовательно, задолго до 22 июня 1941 года гитлеровским правительством и германским верховным командованием, представители которого находятся на этой скамье подсудимых, были подробно разработаны и подготовлены военные преступления на территории СССР, которые и были в дальнейшем осуществлены. Эти планы неумолимо изобличают подсудимых в преднамеренности организованных ими чудовищных преступлений. Разбойничье нападение гитлеровской Германии на СССР. 22 июня 1941 года гитлеровские заговорщики, вероломно нарушив пакт о ненападении между СССР и Германией, без объявления войны напали на советскую территорию, начав тем самым агрессивную войну против СССР без малейшего повода со стороны Советского Союза. Огромные массы германских войск, заранее скрытно сосредоточенные на границах, были брошены против СССР. На севере, как это и было запланировано, в нападении на СССР приняли участие финские войска, а на юге
румынские и венгерские. Желая вызвать смятение и растерянность, немецкие военно-воздушные силы в первые же часы войны начали бомбежку мирных городов, подвергая их разрушению. Спустя менее чем через месяц после этого вероломного акта Гитлер созвал совещание с участием Розенберга, Геринга, Бормана, Ламмерса и Кейтера. На этом совещании Гитлер инструктировал собравшихся не раскрывать перед внешним миром подлинных целей начатой гитлеровцами войны. Ссылаясь на то, как они действовали в отношении Норвегии, Дании, Голландии и Бельгии, Гитлер настаивал, что нужно и дальше действовать таким же образом, то есть всячески скрывать подлинные намерения заговорщиков. Итак, говорил Гитлер, мы снова будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нем порядок и установить безопасность. Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть распознано, что дело касается окончательного регулирования. Тем не менее, вопреки этому и несмотря на это, мы все же будем применять все необходимые меры, расстрелы, выселения и тому подобное. Эти расстрелы, угон мирного населения в немецкое рабство, грабеж и всяческие насилия над мирным населением на языке Гитлера и его соучастников назывались регулированием. На этом совещании заговорщиков так определялись дальнейшие задачи гитлеровского правительства в отношении Советского Союза. В основном дело сводится к тому, чтобы, во-первых, овладеть им, во-вторых, управлять и, в-третьих, эксплуатировать. Самое основное – создание военной державы западнее Урала не может снова стать на повестку дня, хотя бы нам для этого пришлось воевать 100 лет. Все последователи фюрера должны знать, империя лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чужого войска. Железным законом должно быть, никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, не казак и не украинец. Гитлер продолжал. Вся Прибалтика должна стать областью империи. Точно так же должны стать областью империи Крым с прилегающими районами. Эти прилегающие районы должны быть как можно больше. И волжские колонии должны стать областью империи, точно так же, как Бакинская область. Она должна стать немецкой концессией, военной колонией. Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако, ввиду большой добычи никеля, Кольский полуостров должен отойти к Германии. На Ленинградскую область претендуют финны. Сравнять Ленинград с землей, с тем, чтобы затем отдать его финнам. Грабительские цели войны, начатой Германией против СССР, откровенно сформулированы в статье руководителя фашистской пропаганды, пресловутого Геббельса, под именем «За что?», под названием «За что?». Геббельс писал, «Эта война не за трон и не за алтарь. Это война за зерно и хлеб, за обильный обеденный стол, за обильные завтраки и ужины. Война за сырье, за резину, за железо и руду». В свою очередь и Геринг в своем выступлении на празднике урожая в Берлинском дворце спорта 5 октября 1942 года, опубликованном в газете «Фолькишер Беобахтер» 6 октября 1942 года, плотоядно восклицал: «Не забывайте, что мы отняли у русских лучшие районы, яйца, масло и мука,
имеются там в таком количестве, что вы себе даже представить не можете. Нам нужно будет позаботиться о том, чтобы все это было как следует освоено и как следует на месте переработано. Подсудимый Розенберг лихорадочно работал над выдумыванием новых названий советских городов, вроде Готенбург вместо Симферополя и Теодор Скафен вместо Севастополя. Это занятие Розенберг совмещал с руководством особым штабом по освоению Кавказа. Все это с полной ясностью раскрывает подлинные грабительские планы и замысел гитлеровских агрессоров в отношении Советского Союза. Эти преступные замыслы преследовали прежде всего цель ограбления Советского Союза, порабощения и эксплуатации советского народа. Это вместе с тем был путь к установлению гитлеровского господства в Европе и во всем мире. Именно поэтому приобщенном к делу документе, изданном руководством морской войной, посвященном плану захвата Северной Африки, Гибралтара, Сирии, Палестины, Египта, гитлеровское правительство осуществление этого плана целиком ставило в зависимость от исхода войны против Советского Союза. Пытаясь замаскировать свои империалистические цели, гитлеровская клика по своему обыкновению истошно вопила о якобы существующей опасности со стороны СССР, объявляя грабительскую войну, начатую против Советского Союза с захватническими целями, превентивной войной. Жалкие потуги. О какой превентивной войне может идти речь, когда документально доказано, что Германия заранее разработала и подготовила план нападения на СССР, сформулировала грабительские цели этого нападения, наметила территории Советского Союза, которые она намерена была захватить, установила методы ограбления этих территорий и истребления их населения, заблаговременно отмобилизовала свои войска и придвинула к границам СССР 170 полностью подготовленных дивизий, которые ожидали лишь сигнала для выступления. Агрессия, совершенная фашистской Германией против СССР, а также обнародованные теперь подлинные документы гитлеровского правительства, окончательно разоблачают перед миром и историей всю лживость и смехотворность утверждения гитлеровской пропаганды о превентивном характере начатой против СССР войны. Как бы ни рядился фашистский волк в овечью шкуру, ему не спрятать свои клыки. Осуществив вероломное нападение на СССР, гитлеровское правительство рассчитывало, что длительная подготовка к этой агрессии, концентрация всех вооруженных сил Германии для этого удара, участие румынской и финской армии, а также итальянских и венгерских соединений в этой операции, и, наконец, преимущество внезапности нападения обеспечит быстрое поражение СССР. Однако все эти расчеты агрессоров были разбиты героическим сопротивлением Красной Армии, самоотверженно защищавшей честь и независимость своей Родины. Планы продвижения германских войск срывались один за другим.
Я не стану излагать всех этапов Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков, великой и мужественной борьбы Красной армии с немецкими, румынскими, финскими и другими войсками, вторгшихся на советскую землю. За этой борьбой с восхищением следил мир, ее никогда не забудет история. Советский народ на полях битвы, невиданных по своим масштабам и ожесточению, стойко и мужественно защищал и защитил честь, свободу и независимость своей родины. И вместе с войсками союзных наций избавил свободолюбивые народы мира от страшной опасности фашистского порабощения. Военные преступления. Подготовив и осуществив вероломное нападение на свободолюбивые народы, фашистская Германия превратила войну в систему военизированного бандитизма. Убийство военнопленных, истребление мирного населения, ограбление оккупированных районов и другие военные преступления явились частью программы, запланированной гитлеровцами тотальной молниеносной войны. Особенно значительные размеры принял и с особой жестокостью осуществлялся фашистский террор на временно оккупированных территориях Советского Союза. Массовые убийства мирных граждан. Мы, говорил Гитлер Раушнингу, должны развить технику обезлюживания. Если вы меня спросите, что я понимаю под обезлюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить. Это, грубо говоря, моя задача. Природа жестока, поэтому и мы можем быть жестокими. Если я могу послать цвет германской нации в пекло войны, без малейшего сожаления о пролитии ценной германской крови, то, конечно, я имею право устранить миллионы низшей расы, которые размножаются, как черви. В распоряжении советского обвинения имеются многочисленные документы, собранные Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, и являющиеся неопровержимым доказательствами бесчисленных злодеяний немецких властей. В нашем распоряжении имеется документ под названием «Приложение номер 2 к оперативному приказу номер 8». Начальника полиции безопасности ИСД, датированный Берлин 17 июня 1941 года и подписанный Гейдрихом, исполнявшим в то время обязанности заместителя Гиммлера. Этот документ был разработан совместно с Верховным командованием германскими вооруженными силами. Из приложений к приказу номер 8, а также из приказов номер 9 и номер 14 и приложения к ним, видно, что систематическое уничтожение советских людей в немецко-фашистских концлагерях на захваченных немецкими оккупантами территориях СССР и других стран проводилось под видом фильтрации, очистительных мероприятий, чистки, особых мер, особого режима, ликвидации, экзекуции и тому подобное. И так далее. Осуществление этих преступлений возлагалось на специально сформированные зондеркоманды, создававшиеся по договоренности между начальником полиции ИСД
и верховным командованием германскими вооруженными силами. Из приложения номер 1 к приказу номер 14 видно, что эти команды самостоятельно действовали на основе, как говорилось в этом документе, особых полномочий и согласно данным им общим директивам в рамках лагерного распорядка, поддерживая тесный контакт с комендантами лагерей и офицерами контрразведки. Следует отметить, что гитлеровцы во время наступления немцев на Москву создали специальную зондеркоманду «Москва», которая предназначалась для массовых убийств москвичей. Гитлеровское правительство и германское военное командование опасались, что эти чудовищные приказы номер 8 и номер 14 могут попасть в руки Красной Армии и советского правительства, и принимало все меры к тому, чтобы сохранить эти приказы в полной секретности. В приказе номер 14 Гейдрих прямо предписывал, особо подчеркивая, что оперативные приказы номер 8 и номер 14, а также относящиеся к ним распоряжения, должны быть в случае неминуемой опасности уничтожены. Об уничтожении донесите мне. Помимо упомянутых выше приказов, содержавших в себе программу и план истребления советских людей гитлеровцами, были изданы многочисленные приказы и распоряжения как по гражданской администрации, так и по линии немецкого военного командования, предписывавшие массовое уничтожение, широкое применение к советским людям смертных казней. В приказе Кейтеля от 12 декабря 1941 года говорилось: фюрер считает, что наказание лишением свободы и даже пожизненной каторгой было бы расценено как признак слабости. Действенное и последовательное устрашение достижимо только смертными казнями или мероприятиями, оставляющими в неведении населения относительно судьбы преступника. Этой цели служит вывоз преступников в Германию. Прилагаемые инструкции для преследования преступников соответствуют этой установке фюрера. Они утверждены им Кейтель. В числе средств истребления советских людей, применявшихся гитлеровцами, следует назвать такие, как преднамеренное заражение сыпным тифом, отравление в душегубках и тому подобное. Расследованиями, произведенными чрезвычайной государственной комиссией Советского Союза, было установлено, что на фронте у переднего края своей обороны гитлеровцы систематически создавали специальные концлагеря, в которых находились десятки тысяч детей, нетрудоспособных женщин и стариков. Подступы к этим лагерям были минированы. Никаких построек, даже лагерного типа, на территории таких лагерей не было, и заключенные размещались прямо на земле. За малейшую попытку нарушения установленного в лагерях каторжного режима заключенные расстреливали. В этих лагерях были обнаружены тысячи сыпнотифозных больных, которые, соприкасаясь с населением, согнанным сюда из окружающих деревень, систематически их заражали сыпным тифом. В документе, который будет представлен советским обвинением, подробно описываются эти злодейские преступления немецко-фашистских оккупантов. В руках обвинения имеется документ, подписанный унтерштурмфюрером Беккером,
от 16 мая 1942 года. Этот документ представляет собой донесение по начальству относительно практики применения душегубок. Вот что можно прочесть в этом чудовищном документе. Место казни находится по крайней мере в 10-15 километрах в стороне от проезжих дорог и трудно доступно из-за места своего расположения. А при сырой или мокрой погоде является совершенно недоступным. Подводят ли или подвозят лиц, подлежащих казни, к этому месту, они немедленно замечают, что должно случиться, и становятся неспокойными, что по возможности следовало бы избегать. Остается только один путь – грузить их в машину на сборном пункте и затем вывозить к месту казни. Я приказал замаскировать машины группы D под машины для жилья, для чего на маленьких машинах велел сделать по одному оконцу с каждой стороны, а на больших машинах по два оконца, подобных тем, которые мы часто видим в стране на крестьянских домах. Однако машины там приобрели известность, что их не только официальные лица, но и гражданское население называли машинами смерти, лишь только появлялась одна из этих машин. По моему мнению, нельзя маскировать и держать их в секрете сколько-нибудь длительное время. Кроме того, я приказал во время отравления газом держать обслуживающий персонал подальше от машины, чтобы здоровью не повредили пробивающиеся газы. При этом я хотел бы обратить внимание на следующее. Различные команды заставляют своих людей разгружать машины после отравления газами. Я обращал внимание командиров, соответствующих зондеркоманд, на то, какой огромный моральный и физический вред эта работа может нанести людям, если не сейчас, то позже. Люди мне жаловались на головные боли, наступавшие после каждой разгрузки машин. Тем не менее, не хотят отступать от этого порядка, так как боятся, что заключенные, привлекаемые к этой работе, могут использовать благоприятный момент для побега. Чтобы оградить людей от этого вреда, я просил бы издать соответствующие указания. Отравление газами происходит не всегда правильно. Чтобы как можно скорее закончить процедуру, шоферы всегда дают полный газ. Вследствие этого мероприятия казнимые умирают от удушения, а не засыпают, как это было предусмотрено. Мои указания привели к тому, что при правильной установке рычага смерть наступает быстрее, и притом заключенные мирно засыпают. Искаженные лица и испражнения, которые наблюдались раньше, более не замечались. В течение сегодняшнего дня я перееду к группе Б, откуда пришлю дальнейшие известия. Доктор Беккер, унтерштурмфюрер. Уже назывались здесь в лагере Майданик и Освенцим с газовыми камерами, где было убито свыше 5,5 миллионов ни в чем не повинных людей, граждан Польши, Чехословакии, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и других демократических стран. Я должен назвать концлагеря в Смоленске, Ставрополе, Харькове, Киеве, Львове, Полтаве, Новгороде, Орле, Ровно, Днепропетровске, Одессе, Каменец-Подольске, Гомеле, Керчи, Сталинградской области, Каунасе, Риге, Мариамполе, Литовская ССР, Клоги, Эстонская ССР и многие другие, где гитлеровцами были замучены сотни тысяч советских людей из гражданского населения, а также бойцов и командиров Красной Армии. Массовые расстрелы советских людей немцы производили также и в Лисяницком лесу,
находящимся на окраине Львова по направлению к Тернополю. В этот лес немцы ежедневно пригоняли и привозили на автомашинах большие партии советских военнопленных из лагеря «Цитадель», заключенных из Яновского лагеря, Львовской тюрьмы, а также мирных советских людей, задержанных на площадях и улицах города Львова во время многочисленных облав. На основании расследования, произведенного чрезвычайной государственной комиссией, установлено, что немцы расстреляли в Лисенецком лесу свыше 200 тысяч человек. Эти массовые убийства, этот режим террора и произвола встретил полное одобрение в речи подсудимого Розенберга на заседании Германского трудового фронта в ноябре 1942 года. Видимо, заявил Розенберг, если подчинить себе эти народы, то есть народы, населяющие территорию СССР, то произвол и тирания будут чрезвычайно подходящей формой управления. Впоследствии, когда Красная Армия стала очищать от немецко-фашистских полчищ временно оккупированные ими территории Советского Союза, и когда органы советской власти стали раскрывать чудовищные преступления фашистских извергов, обнаруживая многочисленные могилы замученных фашистами советских граждан, бойцов и офицеров, германское командование приняло срочные меры к тому, чтобы скрыть и уничтожить следы своих преступлений. В этих целях немецкое командование организовало повсеместные раскопки могил и сжигание находившихся в этих могилах трупов. Особым приказом оберштурмфюрера, датированным ровно 3 августа 1943 года, номер 35/43С, адресованным областному руководителю жандармерии Камень-Каширске, предписывалось немедленно сообщить о местонахождении и количестве могил общих особо репрессированных по данной области. Среди документов, обнаруженных в здании гестапо в Ровенской области, найдено донесение об исполнении указанного выше приказа с перечнем около 200 пунктов, где были зарегистрированы такие могилы. Из этого списка видно, что немецко-фашистские палачи выбирали для могил, в которые закапывали свои жертвы, преимущественно глухие и малодоступные для посторонних лиц места. В конце списка говорится: в списке предусмотрены все могилы, включая и могилы команд, работавших здесь раньше. Я оглашу сейчас выдержку из обращения к международной общественности представителей несколько тысяч бывших заключенных в Освенциме. Газирование невероятных количеств людей имело место при прибытии транспортов из различнейших стран – Франции, Бельгии, Голландии, Греции, Италии, Венгрии, Чехословакии, Германии, Польши, СССР, Норвегии и других. Прибывшие с транспортом должны были проходить перед СС-врачом лагеря или СС-начальником лагеря. Тот показывал пальцем направо или налево. Налево обозначало газовую смерть. Из транспорта 1500 человек, в среднем 1200 и 1300, сразу шло в газ.
Изредка процент людей, направляемых в лагерь, бывал немного выше. Часто случалось, что врачи СС, Менгеле и Тило проводили эту селекцию, насвистывая веселую мелодию. Люди, назначенные газированием, должны были раздеться перед газокамерой, после чего нагайками загоняли их в газокамеру. После этого дверь подвала газокамеры закрывалась, и люди газировались. Смерть наступала приблизительно через 4 минуты. Через 8 минут газокамеру открывали, и рабочие из особой команды, так называемой зондеркоманды, трупы транспортировали к печам крематориев, которые горели днем и ночью. Во время прибытия транспортов из Венгрии печей не хватало, и были устроены огромные рвы для сжигания. В них укладывались костры из дров, которые обливались нефтью. В эти канавы бросали трупы. Но часто СС бросали туда также детей и взрослых живыми, где эти несчастнейшие люди погибали страшной смертью. Жиры и масло, нужные для сжигания, получались отчасти из трупов газированных людей для экономии нефти. Из трупов получали также масло и жиры для технических целей и даже для приготовления мыла. Обращение заканчивается словами. Мы просим, и вместе с нами просят, около 10 тысяч спасенных, заключенных всех национальностей, чтобы преступления и невероятные зверства гитлеровцев не остались безнаказанными. Это справедливое требование поддерживает весь цивилизованный мир, все свободолюбивые народы. Истязания и убийства военнопленных. Одним из самых страшных злодеяний гитлеровских заговорщиков явилось организованное массовое истребление военнопленных. Установлены многочисленные факты убийств, пыток и истязаний, которым подвергались военнопленные. Их питали раскаленным железом, выкалывали им глаза, отрезали конечности и тому подобное. Систематические зверства и расправы, чинимые в отношении пленных солдат и офицеров Красной Армии, являлись не случайными эпизодами или результатом преступных действий отдельных офицеров Германской Армии и немецких чинов. Гитлеровское правительство и верховное главнокомандование немецкой армии вследствие уничтожали. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, директивы и постановления фашистского правительства и приказы германского верховного главнокомандования. Еще в марте 1941 года, как показал на допросе немецкий генерал-лейтенант Остеррейх, ставки верховного главнокомандования в Берлине состоялось секретное совещание, на котором были намечены мероприятия по организации лагерей для русских военнопленных и правила обращения. Эти правила и мероприятия, как я в свете показаний Остеррейха, были по существу планом истребления советских военнопленных. Много советских военнопленных было расстреляно и повешено, а также погибло от голода и инфекционных заболеваний, от холода и пыток, которые методически применялись немцами по заранее задуманному плану, ставившему целью массовое истребление советских. В приложении 3 к приказу начальника полиции безопасности СД за номером 8 от 17 июля 1941 года дан перечень лагерей для военнопленных,
созданных на территории первого военного округа и так называемого генерал-губернатора. В частности, в первом военном округе были созданы лагеря Прокульске, Гайдакуруге, Ширвинге, Субстенроте, Бенроде, Проскене, Сувалках, Вишборе, Турзен, Островенко. В так называемом генерал-губернаторстве были созданы лагеря в Остров-Мезорецком, Кедлице, Белоподласке, Холме, Ярославле и других. В приложении к оперативному приказу номер 9, изданному в развитии приказа номер 8 от 17 июля 1942 года, приводятся списки лагерей советских военнопленных, расположенных на территории 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 военных округов, Ганнерштейне, Штайденмюле и многих других пунктов. Would that be a convenient place to break off?